Я Аяз Салаев, кинорежиссер и киновед из Азербайджана. Вчера на фронте, в бою за освобождение Карабаха, был убит мой студент, выпускник киноведческого факультета Фаган Мамедов. Фаган был родом из города Закаталы, место, которое отстоит довольно далеко от Карабаха и был по национальности цахуром. Его боевые товарищи рассказали, как это произошло. Наши ребята окружили горстку солдат оккупационной армии, и те выбросили белый флаг. Фаган доверчиво подошел к ним, те бросили гранату. Фаган накрыл собой эту гранату и спас остальных товарищей. Почему Фаган поверил белому флагу? Почему в его нравственном мире не было понятия вероломства? Потому что он учился в Университете культуры и искусства, проходил историю мирового кино, изучал шедевры, которые воспитали в нем благородство и честь. Те, кто стрелял в Фагана, убил в нем Феллини и Антониони, Бергмана и Бюнюэля, Кубрика и Куросаву, Тарковского и Эйзенштейна, которые жили в его душе, убили ненаписанные им статьи и неснятые им фильмы. Но смерть Фагана еще раз внушила меня уверенность. Это, конечно, огромная трагедия не только для его семьи, для его педагогов, для сокурсников, но она еще раз внушила в меня уверенность в том, что Карабах очень скоро вернется. Не будет в нем покоя оккупантам, которые доживают там сейчас последние дни.